Всем привет, с вами канал ДТВ, и мы едем в Тутери парк. Нам до Тутери парка осталось совсем немного, 3,5 километра. Сейчас мы проедем чуть-чуть вперед, будет поворот налево. Значит, это находится в Гатчинском районе Ленинградской области, недалеко от Виллази. От Виллази проезжайте немножко вперед и поворачивайте налево, и мы попадаем вот как раз на эту дорогу, которая ведет нас в сторону Тутери парка уже. Туда вглубь дальше ехать парковка будет платная, 200 рублей в будний день и 500 рублей в выходной день. Хорошего вам просмотра, друзья. Даечка, привет. Доминика. Эй. Что ты гонишь? Давай. Мама, которая лежит, здесь. Ну вот и стой. У нас нет ключей от машины. Необходимо пользоваться вечными передачами. Какие еще машины? Чего там, ремень безопасности еще? Так, хорошо, ты просто были еще не отдыхал. Танечка, привет, да. Эй, на машиночке. Я понял. Главное, пони не подходит. Сейчас своей ватрушкой 800 рублей взрослая, без ватрушки своей 1000 рублей и сопровождающей 200 рублей. Дети 3 лет бесплатно. Что ты хочешь? Со мной покататься. Сейчас Ника проедется с горки с папой, ладно? И потом мы поедем. Хорошо? Сначала папа, потом мы с Никой. Что, давай я вот там присяду? Ой, Ника, норышка! Ника! Значит, где-то папа должен быть сейчас.
Папа, вон он. Вон папа едет. У-ху! Да. Иго-го. Дэник. Видела, как ребята прокатились? Давай, Дэник. Где у вас? Я там уже два раза каталась. Да, мы два раза уже катались. Сейчас третий, да, заход. Народу очень много. Давай. Подъем здесь. Подъем здесь очень страшный. Очень страшный. Давай по лестнице, Доминик. По лестнице. Так, мы сейчас покатались на ватрушках. Информацию, какая тут высота, я напишу в видео. Посмотрим. Сейчас я, честно говоря, не знаю, какая высота здесь, вот этой горки. Большая, да, не маленькая. Вот, здесь дальше идет какой-то въезд. И вон там можно вообще, смотрите, на лыжах. Смотри, Доминик. Сноуборд, лыжи, смотри, как снег они там. Распыляет, красиво вообще. Вот там можно. За все надо отдельно платить. Соответственно, вот ватрушки мы заплатили 2000 рублей. Мы были вчетвером, два взрослых, 10 лет Доминике и Даниэле 3 года. Катался только я и Доминик. Кстати, я за четверых заплатил 2000. Дорого или дешево.
сами решать, чего и как. Давайте посмотрим, сколько въезд стоит здесь в машине. Въезд стоит... А, парковка 200 рублей здесь стоит. И выходной день 500 рублей. Вообще непонятно, но... Так. Ой, какая красота, Доминик. Вот на сноуборде надо сюда приезжать. На лыжах. Видишь? Красота какая. Ну расскажи свое, как ты отдохнул? Да, все очень хорошо. И хорошо. Хорошо и хорошо. Вот люди приезжают, катаются со своим сноубордом. Ой, красота, слушай, правда. Кафешка там есть уже. Времени, правда, сходить не было в кафе. Вот. Здесь, наверное, рестораны какие-то есть. О, прокат коньков. Смотрите-ка, сейчас я покажу. Вот. С правой стороны. Коньки. И... Сейчас я покажу. С подружками что-то здесь люди делают. Ну, пойдем-ка сейчас. Сегодня что-то как-то холодно, у меня руки замерзли. Смотри, какая красота здесь. Так. Ого, смотри. С подъемниками, смотри, как классно здесь. Тут мои руки. Здесь кайфушки. Угу. Пойдем туда, встанем, сюда снимем для нашего канала. Доминик, иди сюда. Ну, в общем, такие трассы и подъемники. Подниматься не нужно здесь. Так, сейчас мы... Что там? Каток? Тут инструктаж. Здесь же. Сейчас сходим на каток, посмотрим, что там. По стоимости также видео напишем, сколько стоит прокатиться здесь на сноуборде. Так. Вот и каток, да, пацаны. Слушай, у меня руки вообще замерзают конкретно. Вот такая атмосфера хорошая здесь. Побольше денег с собой берите. Что это за камушек такой у нас здесь? Ну-ка, Тутери парк. Так, пойдем. Вот кафе, бистро. Сейчас я покажу, что у нас здесь находится. Прокат лыж, касса, подъемники, тоже конструкция. Ну, по прокату тоже напишем видео. Вот так катается здесь. Мы сюда придется еще раз покатаемся еще на коньках. Доминик, ну давай со всеми прощаться. Всем пока-пока.
С вами был канал ДТВ. Подписывайтесь. Пока.